Приехали туда, где не ловит интернет. Лепота-то какая! Это стульчики. Да, здесь тоже можно. Обрать? Нет, ты не сможешь. Красота. Положи туда. А там рыбачить. А сюда шашлыкам приехать? Да? Тут даже шашлык можно Я уже снимаю. Первый кадр, он сам. Быстро. Ага, намертво берет там. А мне удочку сделаешь? Кому? Мне. Тебе какая удочка? Такую пластмассовую твою. Покажи. Хорошо. Сколько прошло? Минут 5? Ой, минут 10. С собой тут взяли детям перекусить, фрукты, сосиски, чипсы заехали, купили, фрутомотив, печеньки. Сейчас открою. Постелили. Так воняет, скажи мне, вкус ничего не пахнет. Водой. Два. Карась два. Вон колодец. Что там, реальный колодец? Да? Как ты? Есть чуть-чуть вода. Осторожно. Thank you.
вообще. Так, это? Ух, какой! Ух, какой! Мам, почему? Это у нас мама Типсик. На мою удочку. О, мама рыбу поймала. Мама, да. Нифига себе, окунёчек. Мама, мама. Мама. Вот мой окунь. Он что, меня сожрать хочет? Я тебя поймала. Прости. Ой, 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 ой. Выпрыгивает. У меня большой окунь попался, Валя. Не кричи. Походу, всех окуней будем вылавливать сейчас. Погода чуть-чуть подпортилась. Ветер такой сильный начался. Настя вот кофту с собой не взяла, теперь ходит с одеялком, да? Отойди, Лиза. Уровень какой. Маленький. Огромный. Голуба. Мама. Пошел дождь. Дождик разошелся. Сейчас у Валеры на вот эту штуку донка, да? Фидер. Окуня поймал. Вот такого. Девчонки в машине пошли сидеть. Дождь прошел. Валера подкормил. Сейчас посмотрим, что поймает. Какой сегодня день полноценный. Смотрите, радуга вышла. Как бы даже вторая вот силуэт немножко виднеется. Красота. Все, собрал или нет еще? Червяков на базу, да? Че, мы зря их разводим, что ли? И дождик был, и радуга была, и снова ветер поднялся. Воздух тут просто невероятный. Вообще, так классно. Такая тишина, спокойствие. То птички поют, то кукушка кукует. Красота. Да, девчонки вон сидят. Небо такое тоже красивое. Мы сегодня прям у нас это, да, такой добротный денек получился. Все успели поймать. И погоду поймать, и запечатлить все на свете практически. Практически.
Но зеленые шишки растут. Вообще красиво. Такое место красивое. Кайф. Экологическое чистое место, да, Валер? Получается. Все из дерева. Здесь вообще как качелька такая получается. На цепях, видите? Если я сяду, упадет, наверное. Так прикольно. Вот такие штучки, что это такое. И тоже похоже на шишки. Как семечки, что ли. Вон, тоже на шишки. Это что, тоже типа шишек, что ли? Что это такое? Смотри, вот это вот, да, растет. Смотри, а здесь еще как тоже такие штучки. И тоже похоже на шишки. Или типа это не до шишки? Непонятно. Вот уже нормально. Вот где шишки можно собирать и на елку вешать. Гуси-гусика. Вот она деревня. Так просто не пройдешь. Не проедешь. Тут свой патруль дорожный. Он чё, он чё? Ну, бип-бип. Ух ты, какие прикольные. Коричневые. Какая красотища.